Вот, смотрите, вот, Анжела смотри. Нам покажет, как вот, правильно вот сделать. Вот наведи, вот я буду показывать, где работает. Да. Вот она сразу, только она взяла, вот она уже включилась с ней. Вот. Вот она работает. Вот. Грудь сверху, да. Вот. Да, видно, очень хорошо. Таким образом, она мышца это подтягивает, и грудь как бы поднимается. То есть грудь все время держится. Угу. Все, ну первый подход обязательно разогреть. Разминка, да? Разогреться. Да. Ни в коем случае не падать на станок. Смотри, как она легко делает. Анжел, какая вы молодец вообще. И сколько? Вот сейчас она 15 раз, да? Да, 15 раз повторений, разогрелась. Второй подход, где-то 2-3 минуты человек отдыхает. Второй подход добавляет, ну, там, скажем, по пятеркам. Угу. То есть, чтобы опять же где-то 15 раз было не очень тяжело делать. Угу. Падать. Это второй подход уже. Второй подход тоже как бы он и рабочий, и в то же время разогревающий. То есть подойти к рабочему надо подход. Подойти к рабочему весу. Угу. Все, естественно, немножко труднее, еще больше. Когда труднее, еще больше надо концентрация. Вот она видишь, как концентрируется на негативе. Вот, негатив. Медленно, потом быстро, да. А скажи, вот она держит широким охватом. Она хочет больше наработать труд. Внешний, да? Да, внешний. Если она возьмет лужи, она будет больше нарабатывать тут. Да. Если хочешь вообще выше поднять, поднимаешь чуть-чуть выше еще угол. Угу. Ну, это оптимально. То есть не надо, пока не надо мудрить. Угу. Чем проще, тем эффективнее. Супер. Ребята, и когда человек сделал два подхода разминочных, он подошел к своему приблизительно, он уже знает, какой у него рабочий вес. Вот он ставит рабочий вес. И пошел отсчет. 4-5 подходов по 8-10, максимум 12 повторений. Это рабочий. Вот это уже считается за подходы. До этого была просто разминка. Угу. Потому что на любое упражнение, группу, на которую ты работаешь, обязательно разогреть. Угу. Все, вот она начинает работать. Ей уже тяжеловато. Все, мышца хорошо в тонусе, все. Все. Если работают люди в паре, и, допустим, человеку немножко тяжеловато, немножечко помогает в позитивной фазе. Негатив она отрабатывает сама. Вот, негатив отрабатывает сама. В позитиве помогает слегка. 10. Все, 10 повторений. Отлично. 10. Отлично. Человек отдохнул. 2 минуты, 3 в зависимости. Угу. Это будет второй уже подход рабочий. Угу. Итак, 4-5 рабочих подходов. С разогревающими, ну, 6. В зависимости, сколько человек делает упражнений на грудь. Общие на грудь 12 подходов достаточно. То есть, если человек делает 3 упражнения на грудь, по 4 рабочих. Угу. Если человек делает 2 упражнения на грудь, по 6. Замечательно. Окей. Это база. Это первое упражнение на грудь базовое. Я как бы рекомендую сначала пройти с базой, угу, и потом идти на вспомогательную. Окей, а мы покажем вспомогательную? Обязательно. Пошли.